Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала. И в преддверии Нового года я хочу вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам всем здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви, чтобы все ваши желания сбывались. Ну и сегодня мне хотелось сделать что-нибудь необычное такое, показать вам. И я решила вот такую елочку сделать. Занималась вчера тут творчеством. Из картона сделала конус и его обмотала фольгой. Я вам еще более того скажу, что по рецепту торты от Татьяны я сделала белково-заварной крем. Посмотрите, Татьяна, какой он получился. Очень хороший. Поэтому я сейчас на этом белково-заварном креме буду собирать елочку. А для елочки я тоже по рецепту торты от Татьяны выпекала безе. Ну, немножко я их передержала, поэтому они получились немножко у меня вот здесь сероватые. Но я думаю, что для первого раза это будет все хорошо. Сейчас я это буду намазывать кремом. Я поставила мой конус на тарелочку. На тарелочку я немного распределю белково-заварного крема, чтобы у нас хорошо держалась эта елочка, чтобы она никуда не шаталась. И поставлю ее сюда. Вот так она будет стоять и не будет вибрировать. И теперь я этим кремом буду обмазывать мою елочку и начну снизу. Устанавливаем наши безе. Ну, давайте начнем вот с этих. Посмотрите, какая красота. Так хорошо они здесь держатся. Где у нас место останется между ними, ничего страшного. Мы сюда еще что-то другое сделаем. Вот у нас даже есть розочки. Мы их потом подкрасим. Такая у нас будет елочка. Нарядная и красивая. Устанавливаем вот эту красоту. Посмотрите уже, как это красиво. У меня безешки зеленые с белым. Вот такая елочка уже получилась. Но сейчас я хочу на нее еще сделать, чтобы были на ней тоже и шарики красные. Берем крем. Накладываю в чашечку. Ссылку, девочки, я вам оставлю на канал «Торты от Татьяны». Она очень все хорошо показывает, где можно научиться делать даже торты. Крашу красителем. Красненьким. Краситель пищевой. Накладываем мешочек. Покрасила не сильно ярко, но покрасила. Ну вот я накрасила розовый краситель. И теперь мы, где у нас есть место, мы делаем вот такие вот фонарики. Смотрите, какая красота у нас получается.
Елка нарядная, красивая. Вот в эти розовые места мы можем ставить вот такие бусинки. Белые, голубые. Вот такая елочка, друзья, у нас получилась. Я думаю, вам все это видно. Вот такая красавица. Вот такой десерт вкусный. И на стол поставить такую елочку, мне кажется, это такая красота. Сейчас я еще немножко розочки, вот у меня здесь есть, я их подкрашу сухим красителем. Достаточно. Красавица, елочка. Друзья, еще раз вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам только всего доброго и хорошего. Я вас всех люблю. Приходите ко мне на канал, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вы поможете двигаться мне вперед. Вам не сложно, а мне очень приятно. До скорого, друзья!